Lexus GX460 вместо штатного головного устройства. Вот оно как сейчас выглядит, вы все это знаете. Поставим большой, полноценный, современный мультимедийный центр. Опытный специалист разбирает, снимает штатное головное устройство. Давайте вместе сравним. Вот это штатный монитор, а это тот, который будет стоять в вашем автомобиле. И огромная матрица, как в Lexus LX600. Lexus GX460. Вместо вот такого штатного головного устройства ставим современный, новый, полноценный, размером аж 12,3 дюймов с IPS матрицей HD качеством исполнения. Все штатное при этом сохраняется, при включении задней передачи всегда в приоритете появляется штатная система парковки, да еще и с разделением экрана. Можно разделить его, можно и развернуть на весь экран. Весь штатный функционал переводится, еще появляется навигационно-мультимедийная система, например, Яндекс.Навигатор. Также с Play Market вы можете сами скачать любые приложения, пускай это будет, например, YouTube или онлайн-телевидение, где все каналы со всего мира к вашим услугам в достаточно высоком качестве. Ну, без рекламы, сами понимаете, никуда. Посмотрите, как тут все качественно, ничего непонятного, незнакомого. И посмотрите, какая классная картинка. Звук идет в стерео, в штатную акустическую систему. Все функции управляются с новой системы, ничего не теряется, все работает. И покажем вам еще вариант, как разделить экран, получить Яндекс.Навигатор и, например, радио. Просто невозможно упустить. Очень удобно. Это будет ваш любимый режим использования этой системы. И также при включении задней передачи опять паркуемся, слушаем радио и едем по Яндекс.Навигатору. Красота!